Подарить настоящую сказку детям, растущим без родителей, сегодня может каждый мазырянин. В торговом центре Малининске установили елку желаний. Новогоднее дерево украшено стильными игрушками и небольшими шарами-открытками, на каждом из которых записано заветное желание воспитанников детского дома. Акция проводится уже не первый год. Воспитатели и дети в эти дни охотно мастерят письма, конверты Деду Морозу. Ну и, конечно же, надо сказать, что граждане и гости нашего города активно откликаются на просьбы детей и становятся теми волшебными Дедами Морозами, которые исполняют их желания. Подарки детям при помощи елки желаний в детском доме собирают уже не первый год. Это стало уже доброй традицией. Пожелания деток, оформленные в виде открыток либо новогодних шариков, мы вешаем на нашу елочку. Могу с уверенностью сказать, что ни один ребенок не остался без исполнения его заветного желания. В этом участвуют как посетители торгового центра и всего рынка, так и администрация, и наши арендаторы. Новогодние желания у детей разные. Кому-то для полного счастья не хватает игрушечной машинки. Кто-то уже сейчас учится ухаживать за собой и мечтает о необходимых девочкам аксессуарах. В своем письме я написала о маникюрном наборе и плойке для волос, потому что я считаю, что девочки должны наряжаться. Я мечтаю кататься на роликах летом, и поэтому написала ролики, чтобы мне Дедушка Мороз подарил ролики. Почувствовать себя волшебником проще простого. Все, что нужно сделать – взять открытку и купить то, о чем просят девчонки и мальчишки. Подарок можно отвезти в детский дом самостоятельно или оставить у администраторов торгового центра. Акция «Елка желаний» продлится до Старого Нового года. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».